Готовы ли натымчане помогать ближним? Узнаем из нашего еженедельного опроса. Конечно, готовы, и мы участвуем в благотворительности. Участвует наша ЛПУ. Вот совсем недавно на Лундюгане в проекте «Твори добро» была проведена акция. Ну, это администрация была проведена акция Надымского района. Копилка добра, которую мы также вложили в свою лепту. Вот акции есть по смс-кам, да, по смс-кам я вот по телевизору на Первый канал там отправляю, тоже там по 70 или 80 рублей. Мы, наверное, всегда помощь оказываем, потому что в больнице работаем всегда. А благотворительные, когда вот кто-то пишет, мы откликаемся. У кого есть возможность, тут охотно отвлекаются. У кого нет возможности, ждут сами помощи. Конечно, мы участвуем, даже по Первому каналу. 41, там 55 всегда отправляем деткам больным, старикам нуждающимся. Вообще благотворительство – это добро. Неважно, кому направлены эти деньги. Главное – это детям, чтобы они отдохнули, провели хорошо время. Я за свой счет все отправлял. Никого не надеялся. Понимаете? То, как не мы можем помочь детям, безусловно. Не все дети могут позволить себе отдохнуть летний период, поправить свое здоровье. Конечно, это дело очень нужное, безусловно.